Они вообще не в этом зависят. Гид поедет. Гид с кем? Все,
еще поздно, можно не взять. Мы со старшей чудесной турбинкой. У нас же проходит последний поворот, выходит на финишную прямую. Впереди Чертикова, за ней Артикова, далее пойдет Чугана. Не третий месте. А нет. Ну, полег, вперед! Неужели Титов не второй? Да второй. 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 Батю спиной. Третий номер сбил. Победительница розыгрыша приза Роксаны, наездник второй категории Ксения Матвеева, на седой кобыле Арктика Лук. Арктика Лук рождена в Волгоградском конном заводе, принадлежит Волгоградскому конному заводу. Тренинг и испытания проходит на Орловском ипподроме. В розыгрыше сегодняшнего приза Арктика уверенно одержала победу и в первом, и во втором этапах. Лучшая резвость 2 минуты 4,8 секунды. Победителя награждает руководитель Раменского регионального управления Росиподрома Павел Степанович Тарасов и представитель нашей компании-спонсора, компании «Дикий медведь» Мария Соколовская.